Добрый день, уважаемые друзья, коллеги, писатели и, конечно, читатели, любители книги. Хочется от всей души поздравить вас с наступившим новым 2023 годом, грядущим Рождеством, пожелать успехов в жизни, удачи, чтобы близкие ваши все были здоровы, в семье царило взаимопонимание, а над головой было мирное небо. Еще от всей души желаю вам прочитать в новом году как можно больше новых книг, подчеркнуть новые идеи, запомнить какие-то новые цитаты для себя, причем не только прозаических книг, но и стихотворных сборников. Хочу обратить ваше внимание, читайте пермских авторов, причем не только ныне живущих, но и уже ушедших. В общем, друзья, дружите с книгами, они не подведут. Коллегам-писателям, конечно же, неиссякаемого творчества, новых образов, новых метафор, новых текстов, новых книжений, короткий экспромт. Прожить бы нам без потерь, которые так не кстати. В новогоднюю Пермь, как в Вишеру на закате, нырнуть у черты у той, в водоворотах пенных и праздничной суетой, насытиться постепенно, и если нас понесет, и свет дневной будет застить, то это все, ничто иное, как счастье. С наступившим Новым годом!